блестящая передача Уильямса. И Саша Каун показывает, кто хозяин. Не под, а над кольцом. Уильямс получил мяч, отдал Николсу. Теперь вот вытягивающий мяч довели. И два очка считать! И Кириленко ассист, и Хайнц данкшот. Это целая авиакомпания. Это Wings, крылья. Отличный танк. Самый красивый момент в матче. Теодосич. Александр Каун. Человек центровой с ассистой в кармане. Какие две передачи отдал Кириленко. И Андрей не подвел. Четыре очка подряд забил. Получает. Гимнастическое упражнение после данкшота. Сони Уильямс. Подтягивание и уголок одновременно выполнил. Нормально, больше за это не дают технически, и все в порядке. Не стал Гаудлов в левую сторону развивать, а мог вот сейчас пошел влево. Надо наказывать соперника, забивать из-под кольца. Кайл Хайнц отдал конфетку, а не пас на паку Коробкова. Ну и получилось, посмотрите, вот он. И Коробков с руками кого? С руками Билана сверху засадил. Вот от него Диамантидис. Здорово Форса со спиной. После передачи Уильямса обыгрывают Кириленко и надежно. Середина второй четверти. Пришел Хайн ставить заслон. Воронцевич. Да, вот так правильно. Андрей красиво. Энтони Рэндалл. Да, давненько мы его, кстати, не видели. Вау! Вау! Сони! Летающий вып! Да, Сони включил просто супер! Режим бога в этом броске.